Кстати, очень редкое явление для Японии. Это ничем не огороженные рельсы. Такое можно увидеть как раз только в такой глубинке. Обычно всегда все железнодорожные пути перегорожены, а здесь, видите, хоть никакой, но доступ есть. Правда, здесь электричка такая всего из одного вагона. Какой там мостик интересненький. Смотрите, а людей вообще нет. Для кого детская площадка? Для кого эти столики? Смотрите, какой поезд. Даже в поезде людей нет практически. Смотрите, какой старый вагон. Вот и станция. Турникетов нету. О, зато смотрите, какая лужайка. Площадочка, точнее, для отдыха. Что у нас за станция здесь? Ундокуэн. Да, это очень оригинальное название для станции. Что это такое? О, каваи! Так, ладно. По-моему, это очень круто, когда вот есть поезда из одного вагона или из двух вагонов, вот как здесь. То есть, хоть они ходят раз в час всего, или, ну, вот как данные из одного вагона, да? Зато, как это сказать правильно, они такие очень колоритные. Уютные, что ли? В ближайшем ресторане обнаружился пейзаж вместе с уборщиком. Что-то его только там не было. Вот такой ресторанчик. Цветочки всякие продают. Старинные японские пластинки 70-х годов. Смотрите, какая была мода. Это тоже прикольная тема. Ну, вот пластинка стоила 500 йен всего. Ken and Mari. Владелец ресторана. Он еще, оказывается, и начальник станции, который я снимал. Вот его шапочка здесь. Он ее одевает, интересно. Вот, видимо, он с семьей.